Добрый день! Вы на канале 18 суток, и сегодня мы будем готовить мексиканский острый соус сальса такера. Это вот такой вот густой, насыщенный и очень острый соус. Для приготовления соуса мы возьмем сушеный перец, именно сушеный, сушеные томаты, соль и сушеный чеснок. Также белый винный уксус. Все продукты берутся сушеные. Этот соус не проходит термообработку. Единственное, что мы его зальем кипятком, это кратковременная термообработка. При такой обработке перец не потеряет свой вкус, свою остроту. У меня находится здесь около 100 сортов перца. Это перец 2018 года. В этом году я выращивал 100 новых сортов. И с каждого сорта брал там по одной, по две перчинки, сушил. Так что соус из 100 сортов. На 90% этот перец состоит со сверхострых сортов. Это у нас Каролина Рипер, Хабанера. Ну, в основном от 350 тысяч до 2 миллионов. На 1 литр такого соуса нам понадобится 1 чайная ложка сушеных томатов, 1 чайная ложка сушеного чеснока, 1 чайная ложка соли и 150 мл уксуса. Я взял 250 грамм сушеного перца. Сейчас мы сделаем рассол, наберем воды. Ну, я возьму где-то примерно 2 литра воды и в это количество положу 2 чайных ложки соли. Закипячу и залью кипятком, чтобы наш перец размяк. Он где-то будет стоять в пределах 2 часов. После чего мы измельчим его в блендере, добавим уксуса, и соус наш будет готов. Перед тем, как залить перец кипятком, его нужно будет обжарить на сухой сковородке. Но так как это у меня все происходит в квартире, я, конечно, не советую никому в квартире пытаться обжарить его. Почему? Потому что будет выделяться капсаицин, и можно просто-напросто сжечь себе легкие. Так что я обжаривать не буду, я сразу залью кипяточком. Я добавил сюда 2 чайных ложки сухих томатов, сухого чеснока и 2 чайных ложки соли. Это на 2 литра воды. Сейчас я заполню полностью все до верха, хотя бы на палец выше перца. Если мне понадобится еще вода, я буду, соответственно, добавлять специи. Если надо будет литр еще долить, соответственно, по чайной ложке соли, чайной ложке чеснока и чайной ложке томатов. Итак, продолжаем дальше заливать. Все, я залил водичку, как раз 2 литра сюда. Ваш, ловите, вот тут вода сверху стоит. Сейчас я его перемешаю, ну, буду там в течение 2 часов мешать, чтобы оно хорошо впитывалось. И оставляем на 2 часа. Все. Закрываем крышечкой. И через время будем помешивать его. И посмотрим, как он у нас напитается. Перец простоял 2 часа. Как видите, здесь воды осталось немножко. Я еще добавил пол-литра воды. Хорошо напитался. Разбух. Теперь останется только загрузить его в блендер и измельчить. На каждый литр мы должны добавить 150 мл уксуса. Их можно добавить сразу, либо уже по окончанию. Так как очень много в кастрюле перца, он весь в этот самый блендер не влезет, придется делать его частями. Так, сейчас загружаем. Наливаем немножко водички, сколько нам надо. Самое главное, не переборщить с водой, чтобы лишней воды не оставалось. Загружаем дальше. Ну, а теперь начинаем измельчать.
Соус наш готов. Получилось 4 литра. Посмотрите, какой он густой. Он очень-очень густой. Вы должны рассчитывать такое количество воды, чтобы он не был очень жидкий. Почему? Потому что вам еще придется добавить сюда уксус. Здесь 4 литра. Значит, добавляем. Вот так вот. По 150 миллилитров на каждый литр соуса. Это 600 миллилитров уксуса. И мы добавим не 600, добавим 500. Острота такого соуса в пределах 500 тысяч сковелей. Такой соус может стоять до 5 месяцев в холодильнике. Теперь останется его перемешать хорошенько и разлить по стерилизованным бутылкам. Очень вкусный, очень насыщенный вкус у этого соуса. Кому понравился этот соус, вы можете его изготовить дома с любого перца. Здесь роли не играет, какой перец у вас. Ну, у меня получилось из 100 сортов. Если кто-то хочет попробовать такой соус, то можете заказать его у нас. Ссылочку на каталог соуса вы можете найти внизу под этим видео. Там есть, где оставляют комментарии. Как раз верхняя строка комментариев. Там указаны наши каталоги. Каталоги семян острого перца и томатов. И вот в каталоге семян на самой нижней странице там есть соусы, которые мы продаем. У нас самая низкая цена. Все настоящее. Мы не добавляем сюда никаких консервантов, ничего. Все натуральное. Все идет с самого настоящего перца. Сюда не добавляется бараний рог или еще что-то. Вот смотрите, какая консистенция получилась. Сюда еще придется чуть-чуть добавить уксуса. Очень-очень вкусный соус. Все, теперь осталось только разлить по бутылкам.